О, хорошо. Венера над Харьковом. Классно. Фазу видно. Видно. Оп. Куда-то мы убежали. Плеяды, елки-палки, это были Плеяды. Вот это номер. А ждем мы МКС. Вон он летит, наш родненький. Поймается, не поймается. Елки, на экранчике маленьком не вижу. Зараза. Ладно. О, вот он. Советовали мне на лету не пытаться его поймать. Но кто ж себе откажет удовольствие. Ладно, сейчас посмотрим на Луну. А он как раз рядышком с ней лететь и должен. Вон он наш красавец. Для нашей красавицы. Станция она. Ладно, будем пытаться, что получится, то получится. Примерно так и получается. Ух ты! На фоне звезды он пролетел, конечно, мощно. 2 апреля 2020 год, Харьков. Значит, я сейчас самую низкую экспозицию поставил. На память себе заметочку, зарубочку сделаю. То есть это, я так понимаю, ISO самое низкое. Ай-яй-яй! Это все дрожь земли. Были кривые руки. Все. Улетай, туча, улетай. Сейчас с запада на восток в 5 утра я наблюдаю серию каких-то спутников. Прям летят как бусинки. Штук по 30-40. Караул какой-то. Я первый раз увидел, думал, с ума сошел. Что это может быть, не представляю. Один за другим, как на ниточку нанизанная. Ну, придется на слово поверить, что это МКС. А что же это еще может быть? Конечно, когда он у горизонта, уже не так он. В зените он просто проносится над тобой, как... Зараза малая. 27 700 километров в час. Попробую поймать. По орбите эта штукенция несется.
Через 92 минуты будет здесь же. В том же настроении. Ладно, не будем издеваться. Над собой и 125-кратным Никоном. Чудненько. Завершим все это. Наверное, невозможно отказать себе в удовольствии погнаться за МКС. Ушел в закат. Ну, вернее, в восход. Там у нас восток, а луна у нас в зените. Сейчас мы себе. Сделаем приятно. Это же так постарались. Все, ушел в сторону, землю не трясу, луна движется со своей скоростью, вокруг земли, ну, вращение земли, будем говорить. Ой, красота какая! Так, еще раз. Самая низкая экспозиция, самая маленькая была у меня. И автофокусировка покадровая. Не постоянная, перманентная, а покадровая. Надо разбираться в этом. 245 страниц формата А4 инструкция к Nikon Coolpix 5000. Так что карантина мне может и не хватить по времени на изучение этой дребедени. 245 страниц. Просто хуже, чем «Война и мир». Хуже, чем «Анна Каренина» в двух частях. Такой вот черный юмор. Да, ну и, конечно, луна при таком... О, ветер поднялся. Ну ладно, на этом закончим. Пока. Сейчас еще чуть потемнее станет. Я еще плеяды поснимаю, наверное. Надо же. Значит, низкая экспозиция позволяет снимать звезды. Видит все-таки мой фотоаппарат звезды. Вот я сейчас плеяды не вижу. А, не, уже вижу, все. До Венеры сейчас 90. Матерь Божья, наконец-то! Господи, все ровно противоположно. Плеяды сверху. Венера. Я-то думал, надо побольше света. Вот ставил самую низкую экспозицию. И будь ласка, плеяды. Прошу. Ох, я в восторге. 2 апреля 2020 год, Харьков. Разве это не прекрасно? Ох, японцы, спасибо вам, японцы, за то, что такое вы дарите удовольствие
своим гением инженерным. Венера. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. Щенячий восторг. Натуральный щенячий восторг. Лады. Через 92 минуты здесь опять будет МКС. Не помню, говорил я это или нет. Сейчас попробую поставить среднюю экспозицию, которая по умолчанию стоит. Нет, не могу прекратить запись, у меня рука не поднимается просто. Вот тебе Плеяда, вот тебе Венера. Что еще в жизни надо? Ладно.